Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Это мне не нужно. Так, давай посмотрим. Копишка все-таки одно нам досталось. А здесь открываем и получаем пастиглот. Ну что же, отпускаем этого пастиглота на вольный хлеба. А здесь у нас кто? Верховная тень. Тоже отпускаем. 120 тусклого янтаря. Ну что же за награда такая, а? Никчемная. Давай, лети за рыбой. Слушай, а почему эти хламоны у меня просто так стоят? Даже не добывали ничего. С какого вдруг перепуга? Так, Беззубик, я тебя отправлю на поиски. Сам знаешь, чего? Естественно, тех самых копий, которые мы копим. Давай, лети. Бесплатно, само собой. Дальше, что у нас тут еще идет? Древесину забрали. Так, вперед за рыбой. Сейчас мы всех здесь приструним, так сказать. Так, эти у нас дерево любители собирать. Ну что, сейчас глянем, друзья мои, есть у нас какое-нибудь событие или нет. Я, кстати, не вижу здесь. Погоди-ка. А, вот оно. Давай-ка мы, наверное, заберем здесь награду. За 10-й день 30 рун. И плюс события посмотрим. Подготовка, охота и сопротивление. Да, друзья мои? Два дня будет длиться, так что будем сегодня проходить это событие. Ну что, откроем паки наши бесплатные. Шторморез, древоруб, костолом. Окей. Монета Одина 6 штучек. Ну и сам загадочный пак. Кревет, чудовище, шепот смерти. 210 железа у нас. Маловато. Маловато будет. Так, этот уровень получил, да? 109-й, отлично. Прокачиваем его дальше. Сколько? Это просто издевательство. Где я возьму столько железа? А ведь надо брать. У нас просто другого варианта нету. Я знаю, что это все дорого обходится. Но если мы этого не будем делать, мы не сможем дальше прокачиваться. Я думаю, что это всем и так все ясно. Так, отказываемся здесь от этих наград, потому что руны я тратить не собираюсь. 22 миллиона руды. Точнее, железо. Точнее, там, что он там добыл, я уже просмотрел. Так, буйволорд. Модификрылка плюс на фейерверк. Этот-то что нам там, ворчун? Давай что-нибудь путевое. Два железа, вот тебе. Путевое. Продолжай идти бесплатно. Так, этот тоже у нас, да? Решил прокачаться. Хорошо, давай его, наверное, будем тоже прокачивать. С ресурсами, как всегда, беда. Так, брызговик. Ну-ка, прокачивайся, давай. Не ленись. И роза ветров. Так, рыба, все, ребят, закончилась вообще окончательно. Эти охламоны-то будут у нас в титаны переходить или что? Ну неужели? Наконец-то. Рогобой. Он у нас премиальный, не стоит об этом забывать. Ну, а этот, наверное, как всегда, мимо кассы. Да ладно. Ты гляди-ка. Клыкокрив прокачался. Хм. Значит, теперь нужна рыба, чтобы их дальше продолжать прокачивать. Сейчас с этими разберемся. Так, сарделечка находит яйцо. Пантомина бесплатно. Барсик. Ну, конечно, тусклый янтарь. Я уже думал, копишка сейчас дадут, ага. Кривоклык.
шестеренки. Давай сюда. И Громгильда. Руны. И выпадет, наверное, как обычно, тусклый имперь. Блин, накаркал, а? 84 штуки. Ну, что поделаешь. Нет, ты отдай мне. Громгильда. Че, я тебя забрал, что ли? Отправляем дальше и в приключение. Пускай летит. А что? А, у нас же, ребята, было обновление. Точно. У нас начался 5-й сезон, было написано. Загружаются необходимые данные. Ну давай, 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 прогружайся. Забираем этот пак. Древоруб, крылатый ужас, клыва, крик. И все, что ли? Так мало. Древоруб, а что ты спишь? Обучить бы тебя, конечно, блин. Ну, железо, железо противное никак не хочет у нас копиться. Давай тут заберем все награды за ежедневки. Чуть-чуть не хватит, да? Буквально двадцаточки. Угу. А что там мы... Кстати, у нас 9 дней осталось. Нам... Блин, там янтарь. Там светлый янтарь. Не особо он, конечно, меня радует. Ну что, вроде бы здесь разобрались со всем, что можно. Предлагаю пойти на событие. Вот оно. Посмотрим, насколько оно длинное. А, так оно короткое, ребят. Три загадочных... 4 загадочных пака, нифига себе. Ладно. Не, конечно, не очень хорошая награда, на самом деле. 4 загадочных пака, сам понимаешь, да? Но зато, грубо говоря, на халяву. Посмотрим. Так. Ну, начнем, конечно же, с сородича шепота. Да не пыхти там. Пыхтит он мне. В наших интересах его как можно быстрее раскурочить. А с громобоем займемся чуточку попозже. Тут тем более 2 волны всего лишь. Так. Давай следующего. Точнее, давай свой ход. И следующую волну потом. Сделаю вот так. И добиваем. Угу. Ну что ты там пыхтишь опять за свое? Получил. Сделаем так. И добивка. Ох ты. Усилился, да? Ты думаешь, тебе это усиление поможет? Я думаю, что вряд ли. Ай, чуть-чуть не добил. Ну как же ты так, а? Колесо удачи. Давай мне, ну что это, 75 миллионов древесины. Это копейки, сущие причем. И забираем 1-й загадочный пак. Да, награда так себе. Ну что, пойдем за 2-м. Там у нас получается мини-босс и босяц уже будет. Так, там у нас дымодышащий плюс ужас, да? Наверное, начну с него, так как он у нас шустрик, быстрее будет разбираться. Вот смотри, он уже сходил, ход сделал. С какого перепуга он опять ходит? Что у него, офигенная такая инициатива? Ну хотя шустрик. Давай, наверное, просто укушу. Нам нужно хилять нашего барсика. Успеть бы еще. Блин, с пониженной броней. Не знаю. Давай тогда вот так еще сделаем. Совсем другое дело. Почти полностью барсик восстановлен у нас. Промахнулся Мазила. Ну и что ты там будешь делать? Ну бас. Пробили.
Здесь сделаем дебаф на понижение брони и, соответственно, будем уже его разносить. Нисколечко не удивил меня своим фаерболом. Это было предсказуемо. А так ему крышка. Очередное колесо. Теперь нам дают 75 миллионов рыбы. Опять же, это мало. И еще один загадочный пак. То есть каждый поединок дают нам пак. Не считая, конечно, вот здесь вот. Потому что здесь получается у нас мини-босс, а потом сразу босяцкий. Окей. Погнали. Ну, зато событие само по себе быстро проходится. Так, кревет плюс пристиголовый. Причем они оба шустрика. Начнем, наверное, с кревета. Добивай его. Отлично. С одной из заходки, ребята, вынесли ему мозги. Подожди. Добивай. Угу. Ну, здесь немножко похуже. Значит, наверное, делать так. Плюс отхил. Этого я добью. По любасику. Сейчас вдвоем ходит. Этого в самую последнюю очередь будем бомбить. Ну что, барсик, добивай. Дальше сделаем вот так. Фаербол, наверное, сейчас запустит, скорее всего. Нет? Не стал он этого делать. Сейчас будет разбег. Угу. Но он почему-то не оглушил. Интересно. Сейчас барсику, наверное, будет крышка. Странно как-то. То он бомбит барсика, то переключается на штормореза. Сам виноват. Давай что-нибудь путевое, а? Да что ты будешь делать? Опять это древесина. Да ладно, мы давали бы еще хотя бы много, а то 75 миллионов всего лишь. Ну, вот и мини-босс. Дошли бы до него. Сколько волн? Ну, как, наверное, обычно, две. Ох ты. Одно спасает, что они шустрые. Мы как раз против шустрых нормально рулим. Нормально рулим. Если они сейчас начнут... Да-да-да, вот про это я и говорю. Если они сейчас начнут все залпом... А почему он шустрый, а разбирается так тяжело? Не понял юморка. Ту-ту-ту-ту, добьем. Так, сейчас еще фаербол полетит. Смотри, что они делают. Они делают нам понижение атаки. Причем на всех повесит. Дай-ка я, наверное, хильнусь. Вот неугомонный, я это посмотри. Вторая волна. Серьезно? Блин. Что-то мне такое дело совсем не устраивает. Подлечимся. Потому что кривоклык у нас там немножко был хромой, так скажем. Ну что ты там сейчас? Понятно. Нас выручает то, что, ребята, у нас преимущество. Классовое преимущество. Как видишь, шустрые по умным слабую имеет атаку. Да? И мы как бы за счет этого можем, конечно, здесь победить. Не то, что можем, а мы и победим. Вот кривоклык, конечно, сейчас, скорее всего, пострадает. Да. На тебе. Потому что шустрые против как раз свирепых очень сильны. Поэтому кривоклык очень быстро, ребята, и отдуплился. Так что этого мини-босса мы разнесем в пух и прах. Ну, тут уже древесинки много. Кстати, фул дерево у нас. И последний поединок. Поехали. Сейчас посмотрим. Блин, рыбы, конечно, мало. Всего 100 миллионов.
Рыба нам нужна для прокачки. Опа. Да ладно, вы хотите сказать, что и боссом будет? Сейчас глянем. Сейчас все это мы с тобой глянем. Так, Барсик, я думаю, что ты добьешь этого с пониженной броней-то. Красавчик. Началось. Сейчас будут мне вешать. Ну да, они на всех вешают понижение атаки. Ну что ты, теперь сюда, понятное дело. Ладно, я думаю, что... Ага, не получится хильнуться. Ну давай я, наверное, так сделаю, чтобы на следующий ход мне можно было захиляться. Замечательно. Ну что, сейчас он еще один фаербол выпустит. Даже не стал. Давай, наверное, просто добьем. Не будем тратить нашу хилочку. Ну да. Тогда вообще на изи. Это испытание для нас вообще, ребята, легче легкого. У нас классовое преимущество, так что сейчас будем просто разносить их, да и все. Угу. Троечка пойдет сейчас. Бамс. Ну, босс, понятное дело, он и должен наносить много урона. Смотри, смотри, все против... Я думал, будут все бомбить кривоклыка, но нет. Не тут-то было. Мы залечимся. Вот этого пройдоху забомбим. Ну, а дальше уже босяцкий будет. Мы сможем на него повесить слепоту, если выживет, конечно, кривоклык. И никуда этот парень уже не денется. Добивай. Отлично. Эх. Слушай, ну по хпшкам он мощный. Ёк, макарёк, ты посмотри. Слепоту. Все, дядя. Ничего ты нам уже тут не сделаешь. А мы будем тебя пинать здесь. Пока не стоит тратить нам дебаф. Промахнись. Так, укус. Еще одну слепоту вешаем. И уже после вот этого начинаем бомбить его по полной программе. То есть делать дебаф на броню и тому подобное. Вот и все. Колесо удачи. Древесину дали нам. У нас уже и так, кстати, ее перебор. Забираем последний пак. Загадочный. Идем на почту и начинаем открывать. Монеты Одина. 6 штук. Тормолес, Громоль. Кто? Звездрык? В первый раз, по-моему, такой, ребята, выпадает мне. Звездрык. Отказаться, конечно. Давай следующий открываем. Громоль, Древоруб, Водорез. Шестеренки. Так. Дальше. Привет, Громоль, Костолом. И все. Да отказываюсь я, отказываюсь. Что вы мне все навязываете-то? Так, и последний у нас. Дымодышащий, Древоруб, Кревет. И ресурсы. Кто-то говорил, Рэй, зайди в какое-то там событие и посмотри дракона, возможно, тебе тоже дадут. Бесплатно, сказали. Я вот, честно говоря, не вижу, ребят, здесь никаких бесплатных драконов. Видимо, не заслужил я бесплатного дракона. Ну, я, в принципе, не огорчаюсь по этому поводу. Так, древесину. Да забрать древесину мне не получится. Ее надо потратить для начала. А потратить, в принципе, можно.
Этот у нас за рыбу ищет. Кто у нас там по древесине-то? Мастак. Я имею в виду железо искать за счет древесины. Вот и я не помню. Ну одна штучка, нафиг она мне нужна. Вот, вот. Возвращаем. И отправляем. Пускай ищет. Соточка как раз нам будет 318. Мы сможем прокачать одного из наших драконов. И забираем со склада древесину. Ну что, здесь вроде бы все. Остается, наверное, нам набить еще паки. Я думаю, это будет справедливо. Слушай-ка, у нас не хватит, да? Хотя, смотри, я могу, например, барса и вепря отправить на обучение. Пускай тренируется. Где мои эти-то олухи здесь? Сидят, грустят. Иди и тренируйся. Тоже беги. Так, цыпа, 25 уровень. Цыпа 25 уровень. Ну, маленький, конечно. Левел. Летите, летите, все тренируйтесь. Ну, а ты что тут мелкий? Понятно. На тебя, к сожалению, не хватило. Ну что, пойдем. Сыграем 3 битвы. Заодно откроем пак Одина. Ой. Пак вождя, ё-моё, чё это? Пак Один, ничего себе, я замахнулся. Ну, давай так, наверное, начну. Ой, хотя надо было шёпота брать. Ладно, уж начали, будем пробивать. Тем более, это кривоклык. За этим нужно пристально смотреть. Ой-ой-ой, сейчас так я и подумал. Блин. Нормально вжарил? Просто взял и бомбанул. Сейчас добьет еще. Ну, супостат. Ну что ты, ну не мог пробить этого хламонища несчастного, а? Давай добивай его. Так, вешаем здесь слепоту и начинаем... Ветрокрыло мурыжить. Да, вовремя. Вовремя, ребят, повесили. Иначе бы сейчас тут было бы карнавальная ночка. Он бы нас заморозил и начал бы потихоньку-потихоньку бомбить. Вот теперь пускай посидит. Так, тихо. Слепота пропала. Вешаем заново. Дудки тебе, парень. Ну что, думаю, еще пару разиков. Да вообще-то одного разика, наверное, будет достаточно. То есть многоходовочка. Это барсик вместе с кривоклыком. Раз, два и добивка. Шикарно. Следующая партия ребятулик у нас, вот она подоспела. С громобоя начну. Кривоклык пока потерпит. Это не критично. Но вот то, что они начинают барсика бомбить, причем все нахрапом, это, конечно, плохо. И ты туда же, да? Естественно, естественно. Так, минус, громобойчик. Промахнулся. Это круто. Я знаю, что этот сейчас будет делать разбег. 100% тебе говорю, не зря он накопил тут энергию. Побежал, побежал. В кого? В барсика, в бедолагу. Добьет? Добил. Ну, тогда мы добиваем кривоклыка. Сейчас опять будет разбег делать.
Что-то у него как-то быстро накопилась энергия, я хочу сказать. Дебаф, получи. Ну и что-то там. На тебе еще разок. Опять разбег, что ли? А почему у него по две энергии накапливаются? Я не могу понять. У меня по одной, а у него... А, нет, у меня тоже по две. Простите, не доглядел. Ну что, начнем, наверное, с этого пройдухи. С громорога. Потому что нам его проще всего уничтожить. Окей. Так, а теперь кревет, само собой. Дебафим. Ну и куда ты? Понятно. Ой-ой-ой-ой, неужели сейчас применит суперудар? Слушай, нам повезло. Во-первых, он промахнулся. А во-вторых, он не применил свой суперудар, несмотря на то, что у него было фул энергия. А у него уже обычный электрический разряд. Он смог бы нам тут штормореза так точно вырубил бы. Ну и этих бы покоцал тоже неплохо. А так, извиняйте. Ну что, друзья, нам выпал редкий пак, ну и один обычный, плюс пак вождя. Костолом, шторморез, чудовище, громобой защитник, водорез и громгильда. Вот так. Плюс заберем награду. Давай, 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 давай. Один светлый янтарь. Долгих лет Олуху. Кстати, 9 лет игре, друзья мои. Недавно вот было написано, когда обновляли 5-й сезон, плюс они включили какого-то нового дракона, насколько я помню. Так, ну что, на сегодня будем мы уже закругляться. Все, что можно, мы сделали. Увидимся уже в следующей серии и продолжим. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.